Владивосток, 1 сентября 2024 года, спортивная гавань, набережная спортивной гавани. Здесь продолжаются работы по благоустройству. Навезли вот таких вот больших камней. Будет прогулочная часть такая вот здесь. Ну, наверное, что-то еще будут делать. А в данный момент устанавливаются лавочки. Работает там экскаватор. Легкоатлеты бегают. Погода сегодня такая вот, ну, облачная, но тепло. Колесо обозрения там крутится. Яхт-клуб «Тихий океан» на той стороне виден. Море сегодня спокойное. Да и вроде как людей как-то мало сегодня. Видимо, все готовятся к новому учебному году, поэтому прогуливающихся маловато. Здесь вот лестницу сделали. Там, наверное, что-то тоже. Или нет? Пока еще, по-моему, не залили бетоном. Что там делали-то вообще? Надо посмотреть. А, здесь вот бетонную дорожку залили. И вот какие-то еще вот штуки здесь поставили. Наверное, будут лавочки. Ну, уберут деревянную обрешетку, так скажем, и сделают, наверное, здесь лавочки. Там баржа, на которой, ну, какое-то заведение и бассейн еще открытый есть там. Что-то здесь техника какая-то ездит тоже. Вода чистая, дно прям видно. Вчера на центральной площади проходил, так скажем, День знаний. Ну, там всякие активности были, концерты. Вот. Китайские туристы. Что-то с нашими женщинами, ребенка там взяли девчушку и фотографируются с ней. Вот. Здесь палатки с разными сувенирами, фуражки, всякие какие-то тарелки, магнитики, из ракушек что-то сделано. Что ты делаешь?
Вот.